Всем привет! Это урок игры Nuts & Drum. Инструмент интуитивный, но есть несколько фишек. Сейчас мы разберем такую мелодию. Она делается на 8 лепестках. Задействуем вот эти и вот эти 4. И потом вот эти и вот эти. Можно играть вообще на разных ритмах. То есть создавать разные ритмические рисунки, но используя вот эти вот 8 лепестков. Я предлагаю вот такой ритм. Сначала разучиваем вот эту мелодию, да? Потом разучиваем следующую. Ну и соединяем. После того, как вы выучили, наслаждаемся. Ритмические рисунки вообще, конечно, могут быть разные. Можно, например, бить более хаотично, не так прям сложно. Играем сначала по этим 4 лепесткам. Потом по этим. Показываю медленно. Таким образом у вас получилось сыграть эту мелодию ровным ритмом, и дальше по желанию можно усложнить. Либо можно вот так. А вообще усложнять можно по-разному, как вам нравится. Найдите свой любимый ритм и используйте его. Всем советую играть на дзендрам. Это очень просто и увлекательно.